Всем привет, друзья! Канал Масалим. В работе у нас сегодня коробчонка под названием Deo Matiz. Делаем жидкие подкрылки. Как видите, задняя арка уже обработана. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Сейчас ждем, пока это немного все подсохнет, и будем ее собирать. Ну а пока ждем, у нас сейчас проходит акция. Мы клеим такой шумопоглощающий материал. Он двухкомпонентный, как и вибропоглотитель, так и шумопоглотитель. Штатные подкрылки в подарок. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, ближний колокольчик обработан, дальний голый. Сами можете услышать разницу. Так вот работает данный полимер на металле автомобиля. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока!